В Архангельске проводится проверка по факту гибели жителя Узбекистана. 22-летний студент САФУ упал с крыши 9-этажки на Приорова. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Со слов очевидца установлено, что мужчина употреблял спиртные напитки на крыше дома и по собственной неосторожности упал вниз. Подобных случаев падения за эти выходные было еще несколько. Из окон жилых домов выпали четверо детей. Еще один взрослый выпал из окна обсерватора на Холмогорской. К счастью, все пострадавшие остались живы.